doubts have disappeared under street lights. Couldn't give a single fuck about those hard times. It's just delirium. У нас на часах уже 10 утра. Мы уже собрались. Сейчас поедем в небольшое путешествие. Отправляемся мы в место под названием Равадиново. Там находится очень красивый замок, недалеко от Созополя. До самого места от Солнечного берега нам ехать примерно 70 километров, поэтому увидимся с вами уже там. On shitty drugs in a nightclub, while I'm sitting in the dark singing so loud. It's just delirium. Waiting here for you to come, will you save me? There's no sense in all I've done, but I won't change it, yeah. It's just delirium. My homies came around with a six-pack, told me about some shit like football and Bob Rocky, yeah. It's just delirium. All my doubts have disappeared under street lights. Never gave a damn about any art. Мы уже находимся на территории замка. Углубляясь немножко в историю, хочу сказать, что в переводе Равадиново означает «влюбленный ветер». И несмотря на то, что замок очень похож на архитектуру Средневековья, начало его строительства было положено в 1997 году. Перед началом строительства архитектор ездил по разнообразным замкам Европы и черпал свои идеи именно среди подобных построек. Входной билет для взрослого стоит 20 лева. Территория замка достаточно большая. По территории замка свободно ходят павлины, и каждый желающий может сделать с ними фотографию, покормить их. Они очень дружелюбные и не пугаются людей. Сейчас август, и несмотря на то, что много машин, много туристов, на самой территории парка скопление народа не замечается, и возможно свободно передвигаться, делать фотографии. Так как сам замок не имеет статуса исторического объекта и всецело принадлежит семье архитектора, после его смерти он перейдет по наследству к его сыну и останется в распоряжении его семьи. На территории несколько мест, где можно загадать желание и, как во многих туристических точках, оставить монетку или бросить ее в фонтан. Также на территории очень много часовен и иконы встроены прямо в саму архитектуру. Очень много балкончиков, но на них также запрещено проходить. Абсолютно все окна замка, даже те, которые расположены на самых верхних этажах, они затонированы, и за редким исключением окна ограничены всего лишь решеткой, и можно просмотреть фасады лестниц внутри здания. Замка поддерживается большим количеством доспехов и фигур рыцарей, а также своеобразной символики, которая чаще всего была присуща замкам в то время, то есть гербам, в основном с символикой львов, изображенных на них, и разнообразных гербов на щитах самих рыцарей. Несмотря на всю красоту, которой окружено это место, легенда, царящая здесь, ужасна. 40 болгарских девушек связали свои косы и бросились в пучину Черного моря, чтобы не быть плененными османами. Они предпочли смерти и отстояли честь болгарских женщин. В наши дни в начале мыса Калиакра, с которого берет начало эта легенда, построен обелиск в памяти о тех девушках.